Начнем с хорошей новости. Волейболисты университета выиграли свой гостевой матч против «Магнитки» и закрепились на четвертой строчке. В первом круге барнаульцы выиграли оба матча, и многие ожидали такой же игры. Первая встреча на пятерку с плюсом, а вот ответная на твердую тройку. Хозяева уверенно разобрались с барнаульской командой 3-0. Следующие матчи университет проведет дома 15-16 января против «Локомотива Изумруд» из Екатеринбурга. Хоккеисты «Динамо Алтай» отправились на первые выездные игры нового года. Маршрут Чебоксары-Саратов. Уже завтра, 11 января, барнаульцы сыграют в столице Чувашии первый матч. Второй на следующий день. После команда отправится в Саратов, где нашу команду будет ждать четырехматчевое противостояние с «Кристаллом». Поединки пройдут 15, 16, 18 и 19 января. А вот сегодня на паркет выйдут баскетболисты Барнаула. В рамках Суперлиги 1 наша команда сыграет в гостях с уфимцем. Хозяева занимают 13 место в турнирной таблице, а барнаульцы на 3 строчки выше. Матч состоится сегодня в 21:15. Прямую трансляцию поединка можно будет смотреть на сайте Российской Федерации баскетбола. Дмитрий Дроздов. День с толком.